Василечек, ну рассказывай маме сказку. Про что будет сказка? Про репку. Ну давай, Зай. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Так. Дед чайник почерпнул. Кого дед позвал? Дед позвал бабку. Угу. Бабка за детку, детка за репку. Угу. Так. Позвала бабка внучку, а внучка за бабка, бабка за детку, детка за репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Угу. Позвала мышка. Мышка за кошку. Угу. Кошка. 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 Кошка за жучку. Правильно, жучка. Жучка за внучку. Правильно, внучка. За кого? За бабку. Молодец, бабка. За детку. Дальше. Детка за репку. Тянут, потянут, вытянули репку. Ура! Вот и вот сказочки конец. А кто слышал, молодец. Ты моя умница. Дай тебе поцелую. Моя радость. Ну вот видишь, какая ты у меня умница. По зернышку, по семечку. Я на работу с утра, на работу понемножечку, помаленечку, по копеечке. Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Не светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. Тут и там оживление и суета. В этом мире что-то не так. В нем какой-то волшебный уют. Thank you.
строк мы теряем контроль. Я разгоняю волны в океане твоих милых глаз. Ты скромную улыбку свою от меня прошу не скрой.